Рассмотрим основные понятия, которыми будем оперировать в данном курсе. Сущность – некоторая основа, наделенная смыслом. По аналогии с объектно-ориентированным программированием, сущность – это класс, представленный в базе данных в виде таблицы. Но не каждая таблица является сущностью. Некоторые таблицы используются для связи сущностей. В дальнейшем мы рассмотрим такие таблицы при проектировании нашей базы данных. Объект. По аналогии с объектно-ориентированным программированием, объект является экземпляром сущности или класса. Объект хранится в таблице в виде записи. Атрибут – некоторое свойство, которое характеризует сущность. Атрибут соответствует названию столбца в таблице. Кортеж – это строка в таблице, набор значений конкретных атрибутов, то есть множество всех пар атрибутов и их значений для конкретного объекта. Домен – это набор допустимых значений атрибута. Например, для атрибута, характеризующего пол объекта, допустимыми значениями, как правило, являются мужской и женский. Доменами также являются базовые типы данных атрибутов. Например, атрибут, отвечающий за количество чего-либо, предполагает целое число, больше нуля. Также важным понятием является идентификатор. Это атрибут, позволяющий однозначно идентифицировать объект. Как правило, это целое число, уникальное для каждой записи в таблице.